активисты Одинцовского отделения «Единой России» собрали и укомплектовали гуманитарную помощь для участников спецоперации. В составе груза – зимние куртки, теплые пледы и спальные мешки. В комплектовании посылок также приняли участие молодогвардейцы. Собранные вещи на днях будут отвезены из Одинцова в Голицыно и переданы в местный центр гуманитарной помощи, а оттуда их направят мобилизованным военнослужащим. Напомним, партийный центр сбора гуманитарной помощи расположен в штабе местного отделения «Единой России» по адресу Можайское шоссе, 151.